Салам алейкум, Тумсо. Господин Рамзан Кадыров получил титул Герой Ислама и орден Звезда Иерусалима. Тем самым он поставил вам ичкерийцам мат и шах. Это безоговорочная победа. Теперь, если вы даже победите, ваша власть мусульманский мир не примет, разве что Запад вам будут аплодировать. Ва алейкум ассалам. Тумсо, как европейцы, с которыми ты общаешься, относятся к шариату и твоей позиции? Может быть, поэтому к тебе и к таким, как ты, сейчас холодное отношение? Почему свободная Чечня не может быть свободным светским европейским государством? Сил тебе. Спасибо, Эдуард. А как европейцы, с которыми ты общаешься, относятся к шариату? Я, честно говоря, не знаю. Мы об этом как-то с теми европейцами, с которыми я общаюсь, мы об этом не говорим, потому что их, в принципе, не интересует. И я думаю, правильно, что их не интересует. Как мы хотим жить у себя в Чечне? Мне кажется, это и не должно как бы волновать европейцев, как и меня не должно волновать, как хотят у себя жить европейцы там или американцы. Это их дело. Поэтому я об этом мы как-то не говорим. А вот что касается, почему свободная Чечня не может быть свободным светским европейским государством, да, Чечня свободная в теории может быть там, кем она захочет. Но дело в том, что мы не говорим о каком-то какой-то модели, которую мы сейчас вот здесь с тобой собираем. Мы же об этом не говорим. Чеченская республика Ичкерия – это уже сформировавшееся государство, и оно шариатское, понимаешь? Это не мы с тобой решаем, каким оно будет, это не мы вот это строим сейчас, вот собираем кубик Рубика. Нет, это оно уже, оно таково, оно уже прописано. Есть уже законодательные акты, есть своя история, есть реки крови пролитые для того, чтобы это государство создать и его отстоять. Поэтому сейчас рассуждать даже, да, почему не может быть тем или этим, да это не мы с тобой решаем, это уже решено, народ уже решил и пролил реки крови за это. Это уже сформировавшееся государство, просто оно оккупировано, его нужно освободить. Тумсо, ты приверженец какого мазхаба ислама? Шафиия, Ханбалия, Ханафия или Маликия? Ответь, пожалуйста, это очень важный вопрос из Узбекистана. Я не считаю себя приверженцем какого-то отдельного мазхаба. Не следую слепо за каким-то одним. Поэтому я приверженец Корана и Сунны, и понимание сподвижников. Я предпочитаю следовать доводу в тех вопросах, в которых я разбираюсь или в состоянии разобраться, найти эти доводы. И я против вот этого слепого следования. Но это, конечно, большая тема. Я не говорю, что те люди, которые не в состоянии, допустим, что-то оценить там, разобраться, получить доводы. Они, конечно, должны следовать чему-то за каким-то, да, мазхабом, они следуют, и в этом вопросе мы не порицаем людей невежественных, я имею в виду. Но в то же время, если человек может разобраться, имеет такую возможность, то он не должен следовать за каким-то одним мазхабом, быть слепым следователем. Ассаламу алейкум, Тумсо. Господин Рамзан Кадыров получил титул Герой Ислама и орден Звезда Иерусалима. Тем самым он поставил вам ичкерийцам мат и шах. Это безоговорочная победа. Теперь, если вы даже победите, ваша власть мусульманский мир не примет, разве что Запад вам будут аплодировать. Ва алейкум ассалам. Хвала Аллаху, кроме которого нет божества достойного поклонения. Что вот эти люди, которые дают ему там какие-то награды, герои ислама и прочие там звезда Иерусалима, что эти люди не имеют никакого отношения к этому исламскому миру. Вот хвала Всевышнему за это. Как можно говорить вообще об этих людях и называть их какой-то представителями исламского мира? Да, это одни братья, там, дают награды другому своему брату. Вот эти люди друг друга стоят. Это просто удивительно, да, как может быть. Это в каком-то из моих эфиров кто-то сказал, герой России и шахид, да? И это просто само это, эти слова, когда они звучат вместе, герой России и шахид, это уже это когнитивный диссонанс в голове. Это бред. Это как, знаешь, я не знаю, северное сияние там и
знаю, бычью шерсть там сравнить. Это настолько, да, разные вещи. Это противоположность просто. Это как, я не знаю, это Восток и Запад. И вот когда кто-то говорит, что кто-то, там, Кадыров Рамзан, он, значит, получил Герой Ислама, и он же является и Герой России. Ну, это сейчас, знаете, это как вот примерно... Как вот если бы Шаманов получил бы Герой Ислама. Вы представляете себе? То же самое. Так что шах и мат, они поставили себе. И они вот сами себе вот это вот, я не знаю, это организация, которая ему это дала. Звезда Иерусалима, если к этому имеют отношение это палестинская администрация, то они-то уже вот сами себе поставили этот и шах, и мат. И нормально. Я рад на самом деле, что эти люди сами себя... выявляют. Алхамдулилла, это величайший просто успех. Тумсо, если уйдет Рамзан, не придет ли другой? Так как же такой же, какой Рамзан, да? Более голодный и богатство. Ты знаешь нашу систему, как наш становится чиновником, начинает собирать своих родственников вокруг себя и так по кругу. Все возможно в войнах. А ты можешь как-то от этого защититься? А ты можешь как-то это себе гарантировать? Не можешь. Все возможно. Может быть, будет хуже. Не исключено. Но ведь может быть и лучше. Я тебе 100% могу одно сказать. Вот что 100%, да? Если ничего не делать, ничего не изменится. Вот это точно будет. Чтобы что-то изменить, надо что-то делать. А вот когда ты изменишь, может быть, будет хуже. А может быть, будет лучше. Знаешь, тут два, как бы, палка двух концов. И если ничего не делать, то ничего не изменится. Будет так и так, будет плохо. Но если ты изменишь, то есть шанс, что будет лучше. А если не менять, то вообще шансов никаких нет, лучше не станет. Вот и думай, как в этой ситуации быть. Вот армяне, например, изменили, и у них стало лучше. Допустим, какой пример привести, где изменили, но стало хуже? Даже не знаю, ну, наверняка есть, да, много таких примеров, где что-то попытались поменять и стало хуже. Ну, например, в Сирии, да, попытались поменять, но сейчас там гораздо хуже. Да, вот тебе пример того, когда становится хуже. Но если ничего не менять, то ничего не меняется. Как об этом нам говорит Аллах в Коране, да, я не меняю положение людей, пока они сами не меняются. Кадыров, никогда не был ты с народом, ты тиран, все не насытишься, знай, народ тебя презирает и никогда не будет уважать, ты позор для нас, настанет день, мы заберем все, что ты забрал у нас, мы за все спросим, написал щит и меч. Кадыров, это тебе послание от народа, так сказать.